Здравствуйте! С вами Анна Каминская, ведущая волшебница проекта «Волшебнутый кофе». И сегодня мы с вами будем делать прогноз на 2024 год для знака зодиака Близнецы. Мы будем использовать следующие инструменты – кофейную гущу, оракулы и карты Таро. Начнем с кофейной гущи. Первое, на что мы с вами посмотрим, это блюдце. Блюдце показывает нам ситуацию прошлого для близнецов. Ну, у близнецов здесь достаточно интересная ситуация. Я могу сказать, что 2023 год был достаточно успешным, потому что здесь есть несколько лодочек, поставленных на плаву. Здесь есть парность. То есть близнецы, они любят быть в паре с кем-то, и здесь близнецы у нас в паре. Здесь есть аспект удачи, который нужно продолжать удерживать и в следующем году. Следующий инструмент, который мы с вами посмотрим, это салфеточка. И смотрите, какая у нас замечательная салфеточка. У нас показано две целующихся фигурки. Это, возможно, какие-то животные, но здесь явно про парность. Как я сказала, что близнецы достаточно успешно провели 2023 год. И им нужно продолжать удерживать данный успех, данный результат. Здесь, конечно, будут и у них новые начинания, потому что у нас здесь есть символ ребенка. И есть такая мужская энергия, да? Нужно опять-таки действовать именно по мужскому принципу, по яньскому принципу. Нужно быть активным. Действовать, исходя из логики, а не из эмоций. И давайте сейчас посмотрим следующий инструмент – кофейной гуще. Ну, смотрите, чашечка для близнецов вышла достаточно легкая. Это не значит, что у них будет совсем легкий год. Скорее всего, близнецам нужно будет опираться на результаты предыдущего года, 2023-го, то есть продолжать укреплять, развивать данные результаты. Вот. В зоне по судьбе у близнецов лодочка на плаву, то есть есть все шансы остаться на плаву, укрепить достигнутые результаты. В общем и целом, год для близнецов достаточно такой спокойный. Единственное, в начале лета здесь будет такая интересная динамика, возможность каких-то новых начинаний, новых проектов, новых отношений. И очень плодотворной будет начало осени, потому что здесь у нас хорошо просматривается финансовый план. Здесь есть символ лисы, нужно будет проявлять какую-то хитрость, действовать весьма неординарно. Но лиса, она всегда у нас при деньгах, то есть с финансами здесь должно быть у нас все хорошо. К концу 2024 года близнецам нужно обращать внимание на женскую энергию. Что это значит? Нужно уметь быть пассивными и слушать свой внутренний голос, свою интуицию. Для того, чтобы делать качественные предсказания на кофейной гуще, нужно готовить кофе в турке. Для кофе в турке нужно использовать кофе ультрамелкого помола. Тогда у нас будут наиболее интересные и читабельные символы. Проект «Волшебнутый кофе» работает на кофе Либо. Кофе Либо – это первый молотый кофе для турки в России, и он отлично подходит для гаданий на кофейной гуще. И давайте сейчас возьмем подсказку у оракула Ленорман, на что обращать внимание близнецам в бытовом плане. И смотрите, у нас здесь опять идет совпадение. Мы говорили в кофейной гуще о ребенке, и смотрите, у нас здесь вышел символ ребенка. Соответственно, в бытовом плане у близнецов будут возможности каких-то новых интересных начинаний. И следующая карта «Всадник» говорит о том, что будет новизна, нужно будет идти вперед. То есть вы, пожалуйста, дорогие близнецы, удерживайте результаты, достигнутые 2023 года, смотрите новые возможности, но не бросайте начатое. И сейчас мы с вами возьмем подсказку у Таро, на что же нужно обратить близнецам внимание именно в духовном развитии, в духовном плане.
Смотрите, в духовном плане вам нужно будет поработать над теми вещами, которые вы уже переросли. Здесь возможен какой-то отсыл к детским историям. Вы уже выросли, дорогие близнецы, поэтому некоторые вещи нужно оставить в прошлом, в вашем детстве. Вы должны понять, что вы ни в чем не ограничены. И последний совет мы возьмем у фирменного оракула, кофейного оракула «Волшебнутый кофе». Здесь у нас вышло доброе привидение Каспер. Нужно обращать близнецам на тонкий план, на всякие подсказки, да, которые совершенно случайным, мистическим образом будут приходить в вашу жизнь в 2024 году. На этом все, мои дорогие близнецы. Я поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Желаю вам успехов. Подписывайтесь на канал Либо Кофе, а также приходите в кофейни «Волшебнутый кофе» в Москве и в Санкт-Петербурге. С вами была ведущая волшебница проекта «Волшебнутый кофе» Анна Каминская.